Из-за закрытого дворца зрелища спорта вслед за хоккеистами и фигуристами в Барнауле переносят концерты приезжих звезд. Так шоу «Дива» Ани Лорак планируют показать теперь во Дворце культуры моторостроителей, который гораздо меньше Ледовой арены. Где пройдет намеченный на ноябрь концерт Сергея Лазарева, пока не ясно. Напомним, еще летом дворец спорта закрыли из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности. Очередное заседание суда назначено на 9 октября.